На форуме присутствовали представители 4 муниципалитетов, всего порядка 250 человек. Кроме Ленинского района, о достижениях которого рассказал Олег Хромов, были также представители из Домодедовского, Подольского и Лыткаринского районов. Каждый из них сделал доклад, обозначив направление деятельности своего муниципалитета, где были достигнуты наилучшие показатели. Вот после того послания, которое было озвучено губернатором, были подведены конкретные итоги с цифрами и поставлены абсолютно конкретные задачи. И очень важно, что за последние годы мы из объемных таких общих отчетов перешли к абсолютно конкретному подходу, связанному с цифрами и с четким пониманием того, где мы находимся и к чему стремимся. Стоит отметить, что Ленинский район имеет ряд достижений, которыми по праву может гордиться. В частности, мы являемся одним из лидеров среди муниципальных образований Московской области по привлечению инвестиций. Ленинский район вошел в десятку лучших в регионе и по количеству созданных рабочих мест. А по уровню заработной платы педагогов мы занимаем первое место в области. Удалось в первую очередь устранить те диспропорции, которые складываются в каждом муниципалитете. Но для нас это особенно актуально, так как интенсивное строительство последних 10 лет создало диспропорции в образовании, в культуре, в спорте. И вы видите о том, что за 2 года очередь детские сады у нас реально исчезла. И в этом году, помимо введенных 5 детских садов, мы вводим еще 9, 5 из них за счет местного бюджета. Аналогичная ситуация у нас складывается в школах. Также на межмуниципальный форум были приглашены представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства строительства и Главного областного управления дорожного хозяйства. В фойе Дворца спорта была организована экспозиция, где можно было увидеть те или иные достижения муниципалитета.